Всем привет! Это распаковка посылки от магазина Мыло Опт. Мы с моим сыном Вовой уже открыли коробку. Вот тут, мы получили посылку по Укрпочте. Кстати, моя любимая вещь в магазине Мыло Опт. Ну, одна из моих любимых. Это то, что они оплачивают сами посылку. То есть вот эта огроменная коробка, 1,5-килограммовая, ко мне пришла бесплатно. Это огромный плюс, потому что обычно посылки всегда тяжелые с косметикой, потому что там у меня обычно какие-то гидролаты, масла. Это все очень тяжелое. Так, поехали. Еще пахнет очень вкусно шоколадом. Да, мы открыли коробку, она пахнет шоколадом. Вован, показывай, что там. Ну, здесь пакет с ингредиентами, видно, красителями. И там какао похоже. А вот да, здесь... Да, по запаху это там пакетик какао. А вот здесь просто очень много, очень-очень много масел. А это специальная формочка, чтобы заливать туда мыло и... Да, покажу. И шоколад. Да. Да, вот формочка в виде кубиков Лего. Она, кстати, стоила какие-то сущие копейки, но вообще там что-то очень дешевая она была. Но при этом здесь можно сделать маленькие шоколадки, можно мыло сделать. Ну, в общем, да. Очень классная форма. Так, что у нас тут? Снизу, вот здесь инструкция, судя по всему. Да, а здесь у меня пакет с... маслами. Так, это у меня... О, масло лесного ореха. Я его буду использовать для гидрофильного масла. Буду делать с него гидрофильное масло. Это грейпфрут. Да, гидролат грейпфрута. Я его буду использовать для тоников. А это... О, это похоже для шоколада. А, нет. Это штука, которую я буду использовать для изготовления пенки. Пенки для умывания. Противовоспалитель. Это у меня противовоспалительный компонент. Да, я его буду добавлять, наверное, в тоник. Собираюсь делать тоник для подруги, у которой сыпь. Да, такая чувствительная кожа. Это у меня... А, это фиолетовый краситель для мыла. Мой сыночек хотел сделать лавандовое мыло фиолетовое. Так, что тут еще? Это на английском. О, это отдушка. Ну-ка. Так, ну, через флакончик вообще не слышно. Это Диоредикт. Я обожаю Диоредикт. Я должна прямо сейчас эту отдушку вскрыть и понюхать. Я просто не дотерплю до конца видео. Обожаю этот запах. Можно я тоже понюхаю? Да, конечно, сейчас. Так, вот я открыла. И... Обалденно пахнет. Ну, да. Понятно, что это не духи, а отдушка, но, ну, то есть я знаю, это концентрированный запах. Вау, пахнет очень здорово, вот Диоредикт, очень классно. Ну, и понятно, что он звучит несколько по-другому, нежели аромат от Диор. Ну, как по-другому, концентрация по-другому звучит. Я думаю, что если я буду использовать его для мыла или для каких-то уходовых средств, то как раз он будет то, что нужно. А будет. Вот это фруктовые кислоты. Вот здесь. А, да, фруктовые кислоты. Это для чего, знаешь? Это, наверное, для мыла. Нет, это для... Шоколада? Я добавлю в тоник, потому что тоник, он же как бы кислотный. Это должен. Чабреца. Да, это гидролат чабреца для тоника у меня. Витивера. Мне очень нравится, как все запаковано. Вот все, вот видите, все бутылочки очень просто оформлены, никаких лишних там ничего. И все просто и понятно. Этикетка, гидролат 100 мл, никакой лишней информации. Не люблю лишний этот информационный мусор. Еще Витивера. Это же эфирное масло Витивера. Я его так обожаю. Но мне нужно понюхать, чем оно пахнет. Я тоже не дождусь конца видео. Мне нужно... Что там? Касторовое. Почти касторка. Ну, это и есть касторка. Да? О, боже, масло Витивера обожаю. Я уже намазалась. Намазалась. Прикиньте, оно такое густое, как масло. Масло Витивер я, наверное, использую. Просто буду им мазаться, серьезно. Оно как духи для меня. Ой, тут прилипло что-то. Что тут так, еще есть? Это натуральное что-то там.
Натуральный увлажняющий фактор. Эту штуку я буду добавлять, скорее всего, в тоник. Это какое-то масло. Это у меня... А, это вот я взяла масло, масло шиповника, чтобы добавить в гидрофилку. А это полисорбат. Полисорбат, котик. Да, это полисорбат. Это вот эта волшебная штука, которую можно добавлять к любому жиру. И он тогда станет более покладистым и согласится быть смытым водой. То есть, типа, можно к любому жиру добавить полисорбат, и любой жир превращается в гидрофильное масло. Важно только подобрать масла по типу кожи. А это конопляное масло. Да, и вот конопляное масло очень классненькое, оно у него низкая комедогенность, поэтому я его тоже хочу использовать для создания гидрофильного сейчас масла. Сейчас мама обалдит. Тоник для лица. Да, да, вот это тоже просто золотой, золотой продукт. Это тоник для лица, который можно использовать просто как отдельный продукт, вот просто сразу уже налить в флакон с пульверизатором и пшикать на лицо. Вот, а основа. А можно туда добавить гидролаты, какие-то там пару капель любимого эфирного масла, увлажняющий фактор, витамины, ну что угодно, в общем. Можно добавить гиалуронку, вот, и все, короче, все, что нужно добавить и сделать тоник. А можно так использовать. Стоит на мыло Опт эта штука просто сущие гроши, ну там, не знаю, около 20 гривен, наверное. Тут 50 миллилитров уже фактически готового тоника. В общем, всем спасибо за внимание. Всем спасибо за внимание. Это была распаковка посылки от магазина «Мыло Опт».